На этой неделе мы отмечаем один из главных религиозных праздников – Пасху. С большим нетерпением наступления Пасхи ждут дети. К Пасхе готовятся заранее, но самое интересное в процессе подготовки – это традиция красить яйца и пасхальные колядки. Каждый год дети, собираясь вместе, отправляются собирать яйца и сладости. В этом году в связи с угрозой распространения коронавируса в первую очередь необходимо подумать о мерах безопасности. Сотрудники МВД призывают соблюдать правила предосторожности и обезопасить своих детей от массовых скоплений. Я хочу обратиться к населению, к родителям вот тех детей, которые собираются вот на пасхальные колядки. И тоже хочу предупредить их, что все было наступление нежелательных последствий в целях вот, заболеваемой инфекции COVID-19. Обращаемся ко всем родителям, чтобы ограничить детей, чтобы они не выходили на улицы и не собирались столбами. На время карантина ежедневно по городу проводятся рейдовые мероприятия. Проходят они в круглосуточном режиме. К патрулированию у столицы подключены все службы МВД, включая ДПС. Во время праздничных мероприятий или во время праздника Пасхи, значит, у нас создан план, то есть расчет силы и средств. Ситуация, сложившаяся с коронавирусом во всем мире, настораживает и предупреждает о необходимости самоизоляции. Лучше своевременно обезопасить себя и своих близких, нежели потом сожалеть. Елена Газаева, Замат Кудзев, информационный выпуск сегодня.